Тыровский поселковый совет собрался на первую сессию в 2018 году под председательством Хасана Хасаева. Депутаты еще старого созыва рассмотрели порядка 50 вопросов. Причем самые резонансные из их числа – земельный утвердить так и не удалось. В частности, депутаты снова не смогли выделить землю участникам АТО. Почему сельский совет не идет навстречу? Хотя на словах Горунович лично пообещал. Мы нашли кадастровые номера, это все как бы провели огромную работу, выиграли суд в Видеополе, который принял решение рассмотреть на сессии земельный вопрос по этим бойцам и принять по ним решение. По версии оппонентов Хасана Хасаева, нынешняя сессия была незаконной, поскольку поселковый совет давно утратил полномочия. Сам Хасаев был не допущен к участию в выборах главы Таировской объединенной громады, которая включает в себя не только поселок Таирова, но и Сухой Лиман, Савиньон и ряд других населенных пунктов. Выборы, которые состоялись в конце 2017 года, выиграл его сын Тимур. Однако избирательная комиссия отказывается регистрировать Хасаева-младшего главой Таировской объединенной территориальной громады.